Открытое заседание Совета опеки прошло в рамках двух праздников – Дня кубанской семьи и в преддверии 70-летия освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. К этой дате стартовала акция «70 добрых дел». Ежедневно анапчане дарят добрые дела любимому городу. Ответственная гражданская позиция, воспитание приемных детей – не просто доброе дело, а великое, отметила заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко. Наверное, нет таких учебников, по которым можно научиться стать родителями. Это дается от Бога, это дается нам физиологически. И большая ответственность ложится на тех людей, которые становятся родителями. Для вас эта ответственность вдвойне, потому что в ваш дом пришли дети, которые стали для вас тоже родными. Каждому приемному ребенку необходимо окружение людей, которые не только заботятся о нем, но и любят, принимают его как личность, с которыми он живет одной жизнью. В Анапе более 70 семей, в которых воспитываются приемные ребятишки. Многодетным семьям были вручены благодарственные письма от главы города-курорта и памятные подарки. В семье Фокиных 6 приемных ребят. Родители в первую очередь живут интересами детей. Все хорошо, работаем, учимся, стараемся, ездим в отпуск, в лагере ездили, отдыхали. За долгие годы ребятишкам Нина Ильинична стала по-настоящему родной мамой, которой они восхищаются, любят и готовы каждый день посвящать ей песни и стихи. Мама спит, закрыты глазки, маме нужно отдыхать. Я беру альбом и краски, начинаю рисовать. Подарить сегодня маме я хочу рисунок свой. Нарисовано там солнце, папа, мама, я с сестрой. Светлана Авилова, Артем Зибаров. Анапа регион.